Чё, друзья, всем привет! Сегодня с вами Фишерман Круто будет производить охоту. Короче, с пятеркой на утку, без контейнерка. Так, ну посмотрим, что получится у нас. Сейчас заплываю в болотину. Дальше посмотрим. Обстоять. Итак, хоп, целимся. Целимся. Короче, друзья, вон там сейчас утки крякали. Короче, заряжаю ружье и заплываю туда подальше. Производим зарядку. Два зарядил уже. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой не лезет. Сегодня, кстати, друзья, воскресенье. Сегодня вечером должны идти утки. Лед должен быть. Ну, короче, посмотрим, как колхозаны охотятся на уток. Друзьяшки. Спонсор сегодняшнего видеоролика. Сирота Донбасский. Он приобрел мне патроны, пачечку. Вот. Если есть у кого-то желание помочь патронами, присылайте деньги на донат. В этих местах, короче, я, минут за 20, за 30 нафигачил 11 уток в открытие. Видос не снял. Даже не представлял, что так все быстро получится. И камеру не стал одевать, потому что дождик был. Ребятки. Ну, сейчас, я думаю, какой-нибудь крикаш уже здесь сидит. Сейчас попробую покрякать. Вон полетели три штуки. Лед уже начался, ребята. Ладно, выключение. Так, ну пока забираемся сейчас. Может, здесь камыша выскочит только. Сейчас посмотрим. Вон они, три крикаша летают. Вон. Один туда, двое туда отделились. От одного пошли. Пока что никого, друзья, я не поднял. Ну, я думаю, сейчас уже начнут крякают вон там. Слышно было, крякают на воде. Не знаю, что за патроны я взял. Короче, главпатрон. Такие ни разу не брал. Не стрелял в таких патронов. Даже не представляю, как они себя ведут в моем ружье. Сейчас посмотрим. Вон крикаш пошел на посадку. Два даже пошло. Друзья, может, заметили. Вон еще два пошли крикаша. Так, здесь пока никого нет. Так. Так. Вон еще крикаш взлетел. Полетел. Но это они не меня боятся. Там вот лужица есть. Сейчас посмотрим, что на ней. Так, я примерно где-то вот здесь тот раз бомбил уток. Да, бомбил я здесь их. Вот там в камышах я был. Потом здесь собирал. Сейчас я вот здесь пройду туда. И там скорее... Вот они два пошли.
три коша. Далеко, блин. Да что, я поздно их заметил, ребятки. Сейчас посмотрим. Вон они на круг пошли. Вон там вот метрах в 30 за камышами, может быть, и есть сидячие. А эти вон пошли. Вон еще черок пошел. Ну, черков постараюсь стрелять не буду. Сейчас вот там вот в камышах есть прогал, короче, в него заплыву и буду стоять, ждать уточку. Может, у нас и получится. Они оттуда должны будут идти, и я буду стрелять, пробовать. Вот они. Какие-то черки, что ли, полетели. Вон они, три штуки пошли. Шуганые уже. Еще вон полетели. Крикаш, блядь, один. Мы столько далеко. Я еще не на месте стою. Сейчас на место встану, ребятки, и буду стоять. Ждать. Можно было шибануть по нему. Летит высоко, правда, но ничего. Вот он прогал этот, где я прятался. Вон еще два черка пошло, крутятся. Сейчас вот сюда заплывем, встанем и будем ждать утиные налеты. Время сейчас у нас 5 часов доходит вечера. Ставил он стол. Блять, далеко. Сука, далеко, друзья. Вон еще один. Ну, сука, ладно. Хуй с ним. Я сейчас просто встану. Не стал стрелять. На место встану и буду стрелять. А куда мне встать, не знаю. В камыш зайти. На мелю, на мель, чтоб в лодке стоять. И как, даже не представляю, как лучше сделать-то. Ну, можно было стрелять, ребята. Вон еще уточка идет. Ну что делаем, стоим? Была бы, друзья, сейчас лодка, на которой можно стоять нормально. Даже вот когда взлетает утка, вот эта вот лодка сейчас качается, и мне как бы вариантов сильно нету, что стрельнуть без промаха, потому что она качается. Вот сейчас крикаш какой-то сюда идет. Вон там за камышами два штуки плюхнулось, короче, ребят. Кто-то прилетел, что ли, сюда? Буду смотреть передок, стараться назад, не буду поворачиваться. Стрелять назад мне без вариантов никак. Вон они взлетели, два крикаша полетели. Я не понял, откуда они взялись. Но налет должен быть вечером, вот такой вот. Вот такой должен быть налет. Ладно, два черка сейчас оттуда вот зашли. Вот сейчас плюхнутся в воду. Попробовать туда уйти. В ту сторону поближе заплыть.
будет туда, ребята, сейчас. Не, ребята, не пойду, здесь буду стоять. Все, короче, посмотрим. Там в камыш заплыву, там камыша много, а здесь вот хоть ляпиками, хоть если что найти, где можно будет что. А там сплошной камыш. Но там зато крякают сейчас. Слышно, крякает утка. Хорошо прямо, и садятся туда прямо. Два черка ходят, опять сесть и хотят. Сейчас маленько ветерок успокоится. Крякнул где-то. Четыре штуки, ёбана в рот, сука, друзья, вот так летели сзади. Увидели, не увидели меня. Ёбана в рот, блядь. Четыре штуки. Вот так повернулся, а мне вот так разворачиваться неудобно. Короче, во, пойдут сейчас. Они вон на посадку хотят сесть. Давайте на круг, друзья. Идите на круг. Ё-моё. Фига, у меня аж ноги затряслись. Ну вот, две штуки пошли на круг. Четыре. Ладно, развернулись, пошли туда они. Туда пошли дальше. А эти отсюда откуда-то шли, поднял кто-то крикошей. Ну высоко шли, друзья. Идет уточка какая-то. А, сука, далековато, блядь. О, поднялись утки, пошли. Пошли утки и цапли пошли. И вон какие-то эти хуйни пошли. Сейчас присесть надо. В лодочку спрячусь. Сейчас посмотрим, кто куда пойдет. Видали, сколько их поднялось там? Утконосов. Ё-моё, сколько их пошло. Обалдеть. Ну чё, сейчас ждем, друзья. Ай-яй-яй, сколько их там. Дофига пошло. Прям вообще дофига. Ну, штук 50, наверное, друзья. Табун вон сейчас сюда поворачивает. Сейчас посмотрим, куда они пойдут. Они все разворачиваются. Все развернулись. Практически и сюда идут. Табун вот идет. 8 штук идет сюда. Меньше сейчас. Сейчас сюда идут. Ко мне, не ко мне. Хуйня, не патроны, друзья. Хуйня, блядь. Ладно. Ё-моё, сколько их пошло. Обалдеть. 6 раз и ни одной утки. Вот они ко мне пришли все. Все сюда пришли, друзья. Вот они, вот они. Вот высоко идут. Но эти высоко. Хуй, нихуя. Бесполезно, короче. Что-то нихера толку нету с патронов. Хуй. Одна падает, падает, падает.
упала одна, друзья. Одна-то упала. Как нам ее сейчас достать? Вот еще две идут. Вот еще. Хуй. Хуй, друзья, ствол горячий уже. Охренеть. И патроны кончаются, ребятки. А уток вон сколько летит. Море. Пять патронов осталось. Пять в патронташе и два в этом, в кармане. А, широконоска прошла мимо. Короче, за этой уткой надо плыть. Ё-моё. Вот и пострелял тебе без контейнера. Хуйня это, не патроны, главпатрон, блядь. Абсолютная хуйня. А уточки летают и летают. Обалдеть. Вон еще пошла утка. Вот еще на меня идут две. Далеко, блядь. И толку никакого нету, ребята. Абсолютно толку нету, блядь. Хуйню, а не патроны я взял. Ёбаный насос. Не знали, сколько поднялось, опять уток. Все, патронтаж пустой. Куда летаем? Далеко, блядь. Вот это низко идет. Хорошо шла уточка. Вот она на посадку шла, черочек. Обалдеть. Идет по низу, куда она только пойдет, черок или кто это, хрен пойми. Камыш пошла, друзья. Ушла куда-то утка, друзья.
хрен найдешь, друзья, ее. Ага. Это сразу надо делать, друзья. Подранок ушел. Сейчас туда схожу, посмотрю. Куда-то упала. Криковая, по-моему. Черок взлетел. Он еще пошел. Уточка. Ну, по колено нет воды. В некоторых местах глубоко. Ну и тут хрен найдешь ее, друзья. Вода в некоторых местах холодная, в некоторых теплая. Хуй найдешь, ребята. Куда она упала, хрен знает, бля. Камыш там, бля. Куда там лезть-то, блядь, босиком? Ёбаный насос, а. Вот это я поохотился. Все патроны расхерачил. И уток нет. Балдеть. Бомбру. Такое говно, блядь, а не патроны. Высоко, сука. Хуя толку нету. Еще два раза промаха. Ёбаный насос, а. Короче, друзья, 21 выстрел. Две утки шлёпнуло. Вот еще два полетели. Короче, полазил. Нифига не найти вот этот камыш сплошной. Одна, которая там крикуха упала, так ее вообще хрен найдешь. А это подранок ушел. Ушел в траву, блин. Серая утка была.
Кто-то там поливает. Семь крикошей пошло. Тех выстрелов их кто-то поднял, да? Мы поднялись. И одиночка один прошел бы. Я не снимал. Сначала эти мимо меня пролетели. Я их не снимал. И вот сейчас включил обратно, они пошли. Короче, охота сегодня говно. Две сбило, толку нет. Краншнеп полетел, или кто это? Или бекас? С длинным клювом вот таким. А вон уточка сесть и хочет. Сейчас сядет. Сесть хотел, крикаш. Да. Вот так вот место занял. Посмотрим, что получится, не получится. Один фетровский патрон, второй у меня будет. Заряжен сейчас. Один, короче, в стволе, не фетр. Главпатрон, второй будет фетр, короче, податься после выстрела главпатроном. Посмотрим, может, кого и подстрелю. Вон они полетели, три штуки. Слышно, выстрел есть. Сесть и хоти. По камышам, короче, слышно было крылья. Взлетали утки. Вон еще уточка летит. Видят меня, походу.
меня прямо шпарит. Не стал. Вот еще одна. Переключи. Летят две штуки. Один упал. Есть. Главпатрон отработал свое. Так, а где гильза? Не понял я, куда она упала. Гильза-то. Так, ну если бы я стрельнул, друзья, вот так, сюда гильза куда-то отошла. Еще на меня идет. Нет, от меня. Черки, что ли, идут? Черок, блядь. Нахуй нужен? Это тут, в траве. Пойду достану. Гильзу не найду. Короче, друзья, я разую сейчас. Быстренько. А, вот она, гильза. Нашлась моя гильзочка. Вот так, сейчас быстренько разуюсь. Переобуюсь, короче. Сниму башмаки. Зайду туда босиком. Тут что, идешь по колено, чуть вода стоит. Не хочу я отсюда, вот с этого места срываться. Вон еще пошли уточки. Ну, в смысле уточки, утка. Уточки, блядь. Привычка у меня, уточки. Хуюточки, блядь. Сейчас сниму сапожок, быстренько нырну туда. Вот она пошла. С ружьем пойду. Вон еще пошел. Ага. Давай. Еще идет утка. Ага, черок. Нахер он нужен? Я на них даже внимания обращать не буду, друзья. Надо как-то сосредоточиться. Держать себя в руках. На мотоцикле кто-то полетел. Дурачок какой-то. Так. Хатка, столик хандатрин. Короче, натаскала здесь травы. Так, а утка где у нас? Где-то здесь она у нас. Вот попробуй. Ну здесь ладно, друзья, осака. А вот где рогоз? В рогозе попробуй, поищи утку. Это-то куда-то сюда шмякнулась. Подруга. Тоже ее искать надо. Умеет, блядь. Она еще и режет пальцы, блядь. Так. Оттуда выстрелил. Туда куда-то она шмякнула. Где же она есть, а? Еще найти ее надо, ребята. Куда она? Могла пиздякнуться. Хрен ее знает.
Балдеть. Еще можно и не найти ее, ребята. Затоптать можно. Вообще тщательно надо все просматривать. Ну куда-то же она в камыш дюкнула. Балдеть. Сюда же упала, ребята. Вот так же. Где ты? Подруга, ты где? Балдеть. Да. Короче, еще можно ее. Вон она лежит. Во. Друзья. Серая утка. Ага. Ну дроби вот видно, в клюв попал, сюда попал. В голову, короче, и попал. В клюв насквозь. В грудь попал. Так, крыло я ничего. Ну вот в крыло, в другое попал. Вон еще уточка пошла. Еще одна упала. С фетра, друзья. Бомбанул фетром. Сюда упала. Вон еще три идут. Три идут, но они над камышами сейчас пойдут. Фетр пятерка, бесконтейнерный. Вот. Серая уточка. Тоже как... Или свиясь это? Свиясь, походу. Эти фетры вообще классно. С 22-го патрона только попал по утке. Глав патрона, друзья. С фетра, вон табун какой идет. Давай, 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 сюда, сюда, сюда. Друзья, у меня осталось 3 патрона. А, далеко же, блядь. Не стану я больше стрелять. 2, 4, 6, 8, 10 штук. 10 уток. Не буду там камыш, короче. Больше не стал добавлять. Ё-моё. Ну, они на круг пошли. Осталось 2 патрона, и я отохотил сегодня. Ребята. Обалдеть. 2 патрона. Высоко идет утка. 3. Высоко. А вот эти 2 нормально. Ой, ну попал, блядь. Пошел, пошел. Пошел. Вынужденная посадка. И патронов нет, друзья. Я его не догоню. Все, короче, отохотился нахуй. 26 патронов улетело. Попал, блядь. А толку хуй. Подранок, короче. Ё-моё, патронов 0. Все, отстрелял.
ружье на затворной задержке, а я уже его не найду. Не найду я, ребята, его. Все, приплыли, друзья. Короче, вот так вот поохотился я, блин. Патроны вот такие, никогда не берите главпатрон, говно. Три раза попал и ни одной утки не достал. Главпатрона. Вот сейчас вот стрелял, подранок пошел. Ну и вот, одну убил. И одну, короче, с фетера вальнул, сразу же упал. Короче, друзья, пойду я поищу первого этого крикоша, который туда упал. Вот так, примерно на солнце. Я сейчас в сапогах пойду. Там вроде по щиколотку только ходил я. Воды сильно нету. Вот этот вот рогоз растет. В нем сильно воды нету, друзья, глубокой. Попробую полазить там. Ну, 20-30 полажу. Если найду, то найду. Нет, так нет. Может, быстрее, друзья, найду. Что, тоже как бы оставлять? Нафига? Попатрулирую маленечко. Примерно-то знаю, куда упал. Кому ж туда зайти? Метров 20. Погулять.